Продолжу выпуск важной информации. В Пермском крае изменился график работы горячей линии 122. Теперь специалисты будут отвечать на звонки с понедельника по пятницу. Вызовы по вопросам кнопки 1 про частичную мобилизацию будут принимать до 6 вечера. Отмечу, что обращения граждан, которые будут поступать в нерабочее время, сотрудники обязательно обработают и чуть позже всем перезвонят, сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников. В Министерстве цифрового развития и связи региона пояснили, оптимизация графика работы связана с сокращением количества обращений. Так, за октябрь от прикамцев поступило около 20,5 тысяч звонков. Это на 5 тысяч меньше, чем в сентябре. На сегодняшний день в ноябре на горячей линии зарегистрировано чуть меньше 14 тысяч обращений. Напомню, что по номеру 122 можно задать вопросы, связанные не только с частичной мобилизацией, но также получить консультацию на тему коронавируса, диспансеризации, компенсации за детский отдых и другим социальным вопросам.